天明2年12月13日米千石を積み伊勢白子の裏より江戸に向かう乗組の者大黒屋高太夫以下17名その夜こいつもうダメだ身を捨てろ許した許せ許したせ大神宮の大神様我が新勝丸の方角をお示しいたまえとかしこみかしこみまうすかしこみかしこみまうすお次が出た千里で期待すぎる仮歩を上げろ3月26日未明幾八が死んだ漂流103日目死者が出た7月3日漂流ついに200日を超す海に沈んだ者すでに5人このむごい運命の前にただただ無力なのだ岡田岡田ぞ親方ありゃ雲じゃねえ岡田そうともあんな雲はねえ岡田あれは岡田弱いろ船を回せ、はい、確
古い岩に塗り上げてた。船底が破れたぞ。天馬を下ろせ。食料を積み込むと急げ。親方、どこじゃろう。日本じゃろうか。さあ、9ヶ月も流されて日本とはずべやるね。今8月だってのにこの寒さで。蝦夷よりずっと北に流されたんじゃねえか、な、親方。うわあ、死んだ。親方、わしらは日本という国のもんだ。船が壊れてやっとここに着いた。やっとこせのようやな、六軒茶屋まで送りましょう。六軒茶屋の曲がりとて、もみじのような手をついて、また来春も来ておくれ。来春来るやら来ないやら、あやとこせのよいやら、六軒茶屋まで送る。どうかPойдем к нам. Туда. Кой って言ってるんじゃないか。外国や広大よ、広大。ああ、で、課題、課題。ネビディモフ。я Яков Иванович Невидимов。ネビディモフ。Борис, устрой их как-нибудь. Пошли. Давай, давай, давай. Да кого на неё? Ксена! この生川の匂いだよ。ワシリ、зажги君ファナル。
Жить будете здесь. Ну, давайте, устраивайтесь. どうするつもりなんじゃろ。8月16日、漂流248日、ついに丘に上がる。生き延びた者11人、死んだ者6人。どこに流れ着いたのか、これからどうなるのか、何もわからない。何も。親方、江戸チョワって聞けば物の名前がわかるようだ。江戸チョワ？うん。わしの守り札見て何度も江戸チョワって言うんで、偉人の着物つまんで江戸チョワって聞いたら、すぐブラッテって答えたんだ。タバコはボロシカだ。みんな、明日から江戸チョワ使って偉人の言葉を覚えるんだ。まず言葉だ。江戸町は江戸町はガイスチョルガイスチョルガイスチョル江戸町は江戸町はレバーレバー江戸町はカラブルカラブルカラブルカラブル偉人たちはオロシアという国の人で、国を離れてここに働きに来てるらしい。大変だ親方。冬になると海が凍って魚も鳥も取れなくなるぞ。食い物は何にも取れなくなるって。鳥、魚、草の根っこだろうと何だろうと食えるものをみんな食べ込め。大急ぎで冬の支度にかかるんだ。海が凍る。Что случилось? Хочу рыба, птица. У нас вареные. Но у меня нет лишней рыбы и птиц. Могу дать немного мяса. Японцы не ем мясо. Но больных лучше кормить мясом. Им нужно давать окорок. Мясо Бог нагадит. Прошу рыба, птица. Нет.
Могу дать только мясо.獣の肉じゃねえか。獣だろうとなんだろうと食わなきゃ死んじまう。そんなの食ったら地獄に落ちちまうよ。今だって地獄だろうが。俺魚盗んでくる。盗んだっていいじゃねえかよ。みんなだって食いてんだよ。食えよ。こんなの食ったら獣になっちまうよ。食えよ。獣になっちまうよ。親方、わしも食おう。生きていたくねえ。Рыба появилась, значит, скоро судно придет. Вернусь в Охотск со шкурами, стану богатым человеком. Посади нас на судно. Хорошо? Ладно. Будем в Охотске. Попросим уездного начальника. Может быть, он найдет какой-то способ вернуться вам домой. Перед-то Охотск. Можно быть, Поле? Нельзя. Времени не будет. Корабль-то придет за шкурами. Времени зайти в Японию не будет. Опять же, Япония в стороне. Возьми, вот Охотск, вот Япония, а вот мы с тобой. Видим, в два раза дальше. Япония? Япония, вот Япония. Давай, вернемся за Японию. Ура! За Японию, ура! Что? Что случилось? Судно! Судно наше разбило! Мы нужны, нам постараси! А? Thank you.
судно будет. Ну откуда ж я знаю? Если повезет, год через четыре придет другой корабль. А не повезет, а нас забудут, здесь гнить будет.親方連れてきた。船作る。そんな夢みてえなことを。親方本気でそんなこと。うん。いや船ったって小舟じゃこの海は渡れねえんだ。小舟じゃない。でかい船だ。そんなもの作れるわけねえ。じゃあいつ来るかわからない次の船を待つのか、それとも新しい船作ってこっから出てくか、どっちだ。ニビジボたちも毛皮も詰めるようなでっかい船だ。無理だ親方、そこの河原にするでかい一枚板がいる。これじゃあ間に合わんか。親方、いつ集めたのか。あれの3倍もある流木がゴロゴロしてんだ。しかし親方、作るにしたって道具がいるだろうが。ロシア人が持ってるだろう、小屋建てたんだから。釘だって山ほどいるんだ。あの怒り溶かして作りゃ。しっくりは漆喰やねえと水漏れは防げねえと。漆喰は貝殻の粉を海藻を煮た汁で練ればできる。やってみるか、とっつぁん。船作れば日本に帰れるよな。残念だが日本はどっちの方角だかわからない。まずオホーツクっていうところの役所へ行って頼むんだ。親方、とにかく始めようや。正太よ、木の安兵はこんなもんでいいのか。いや。Даже не верится. За 2 года из ничего мы построили такой корабль. Да, да. В самом деле. Что еще? По борту пропусти, да? Давай сюда. Давай, ослабь чуть-чуть. Ослабь. Ослабь, ослабь.
お前たちも連れて行く。Даже не верится. В самом деле вы переплыли Охотское море на самодельном корабле? В самом деле. Корабль сейчас стоит в порту, полуразрушенный. Да, но потерпевшим в кораблекрушении японцев этим вопросом занимается губернатор Иркутска. Так что мы здесь не вправе решать этот вопрос. Так что же им делать? Надо послать губернатору прошение об отправке вас на родину. Но это они напишут. Но ответ придет только через год. Но это же очень долго. Сейчас до Иркутска нужно добираться раза в три дольше. Реки выходят из берегов, нужно ждать зимы, чтобы реки и озера покрылись льдом. И потом до Иркутска 3500 верст. Дюзатиния! Не помню, как я летаю,二度近くでここまで来たんじゃねえか。親方、話が違うじゃねえか。つい代わりを抜いた。そうだよ。オホーツクに着いたら日本に帰れるって言ったじゃねえかよ。親方、もう一遍だけ掛け合ってみてくれか。このまま突っ込んでなんかいられるかよ。親方、もう一遍頼んでくれよ。いや、頼んでくれよ。さあ、落ち着けよ。Больше я ничем не могу вам помочь. Извините. Даже если мы пойдем к начальнику все вместе, это ничего не изменит. Наоборот, он прикажет вернуть деньги, выданные вам. Надо терпеть. Дивимов, доктор, ты сходной ксении сумки вам омолай там, да? Не могу загубить. Вот здесь. Ну что, будем расставаться. Яков. Спасибо. Ты хорошо помогал. Нет, это вам спасибо. Без вас мы не смогли бы вернуться домой. また一年待つのか。親方、そのイルクツクへ行ってみようじゃねえか。わしもそれを考えてた。ここで一年待つくれなら、いっそそのイルなんとかへ行ったらどうだろう。イルクーツクまでは900里、江戸と京都の9倍あるんだぞ。いいじゃねえか。
九百里だろうと千里だろうとどうせ他にすることはねえんだよ。親方、あんなボロ船で、いや、あんな船で海渡ったな、こんなところでぼんやり待つためじゃねえはずだ。行こうじゃねえか親方。この辺りはこの世で一番寒いところだそうだ。慣れないものはすぐ凍傷にかかって、一日目で手足が腐り、二日目で鼻が落ち、三日目で命がなくなる、そう言われた。親方、俺たち寒さと腹減るのには鍛えられてる。親方、怖えもんなんてもうねえよ。ダメだ。船頭としてお前たちをそんな危ない目に遭わすことはできない。親方、どうせここまで来たんじゃねえか。親方、行こうぜ、イルクーツク。少年据えてよく聞け。まだあと4ヶ月もこの恐ろしい寒さの中を旅する。国を出てから今までお互いに助け合ってきたが、これから人に頼るな。頼られた者の命が危ない。人に構うな。構った者の命がない。自分の命は自分で守れ。誰が死んでも葬式はなしだ。その場に捨てていく。
地獄だ。イルクーツクだ。3月8日、地獄のような5ヶ月の旅が終わった。イルクーツクはバイカル湖のほとり、個数3000、人口1万強。Губернатор закончил службу и в прошлом месяце вернулся в столицу Петербург. Вернулся? Когда новый выйдет? Неизвестно. Как с прощением? Его мы уже отослали в столицу. Оттуда будет ответ. Когда? Я не знаю. Что нам делать? Ждите ответ здесь. Каждому дадут по 300 медиу в месяц, так что сможете прожить. Петр Захарович, выдайте им пособие. どうしたんだ? 親方。 日本の字が書いたんだ。津軽久太郎な、間違いねえだろ親方。こっちには津軽三之助って振ってある。ここに日本人が住んでたんだよ。日本へ帰ったのかな。 そうだ。お役所の方はどうなったんだよ、親方。ああ、それはな。こんにちは。こんにちは。日本人来たの。話聞いてきました。サノスケ。
私の父親。お前さんの、それで三之助さんと九太郎さんはどうしてる？どこにいるんだ？あ、せちゃすぐちえ、とぼやちえ。В раю. Сановский умер 18 лет назад, а Кютера 20 лет назад. Вдаритому Синда сюда. Мне рассказывали, что судно отца из какого-то Цугару попало в шторм и оказалось в России. Нижнему Урочаде Курастанка. Урочаде Нижнему. Это обморожение! Немедленно нужен врач! Обморожение! Понимаю. Ища га ю нива, има кира най то, ксаре га дондон уве агатти ките, иноши тори нар со да. Сонна, мурой! Кира зу ни наосу хоу ва нэй но ка? Мойота, мойота. Му, итаку нэн да. Йоку натти китэн да. Тотцан, му, итаку нэн да. Койцан, йоку натти китэн да. Итаку нэн да. Почему? Это значит, что нога совсем сгнила. Иманара аши иппон кирева иноси га тасгару тенда. Соле синжиру шика най. И на? Прошу вас, начнем. さん、わしらこれからどうなるのか。わしは絶対日本に帰る。あ、親方だ。親方。今夜赤かぶじるか。親方、総督府の方は。你在西门里去。在西门，你去吧。我要打。Вы одна будете в Москве? Да. А вы из тех японцев, у которых корабль разбился, да? Почему? Ты знаешь это? В городе о вас много говорят. Спасибо, что помогли. Пожалуйста. Спасибо. Прощевайте. Да! Я ушла! Кто да? Амбайва. Итамия осамотта. よかった。今夜シェリオフっていう人に招待されてんだ。新しく来る総督の友人だそうだ。力になってもらえるかもしれない。
Get it away! Не могу себе представить. На самодельном корабле вы пересекли Охотское море? Это действительно похоже на сказку. Вы в самом деле мужественные люди. Я в это время тоже был у берегов Камчатки. Скупал там шкуры. У меня там было 3 судна. Если ради прибыли бить всех зверей, то сколь в России все уничтожат. Так, Ирин, очередная проповедь. Этот пессимист... Кирилл Густавович Лаксман, академик Петербургской академии наук, крупнейший ученый, знает 17 языков. Но только японского я не знаю. Но зато я слышал о японских ученых. Накагава Дюнан и Кацурагава Хосю. Кацурагава Хосю. Тунберг. Тунберг. Который издал книгу «Растения Японии». В своих путевых заметках упоминает их имена. Мы живем на таком шаре. Вы так удивились? Так вы, наверное, не знаете, что земной шар один раз в день крутится. Тогда почему не падают люди с униженной стороны? А вы-то сами точно можете ответить на этот вопрос? Отсюда, от Сибири до Запада, до Петербурга, Российская империя. Япония здесь. Япония? Угу. Маленькая. Маленькая. Школа японского языка? Да. В 1705 году Петр Великий, открыл школу японского языка в Петербурге. И преподавателями были японцы Дэмбэй и Санима. Потом Соза и Гонза. Все они попали в Россию, потерпев кораблекрушение. И в 1754 году школа была... переведена в Иркутск. Преподавателями стали Кютаро и Саноски. Они вернулись? К сожалению, нет. Я грабу. Куда я? Прошу вас. Садитесь. Мне бы хотелось о многом расспросить вас. Кроме того, я хотел просить бы вас помочь мне по работе. Да, и с завтрашнего дня обедать у нас. Вот ты дыгрей! Вахай, друга! Ксё-сан. Таня, симпайся к себе, тенда. Извините. Синдо. Теме, маде. Урсена! Ма, сонна не окуранеде. Додай. Кёва тенки ма иши, омоте дэм идти мине ка? Омоте да? Омоте да? Синдо. Сонки миро. Савотте миро. Сарапио! А, ты тот японец? Меня зовут Синдзо. А меня Нина. Спасибо, что помогли мне тогда. А хочешь, я покажу тебе город? Хочу. О, поехали! Вы что делаете? Ай-яй-яй, вача! Будете обедать? Будем.
Это рисовал русский по рассказам голландца. Но эта карта несовершенна, нужна более точная. Вот не смогли бы вы внести исправление на нее и нарисовать новую? Можно взять с собой. Конечно, конечно. Подаем? Да. Вчера я написал своему знакомому, очень влиятельному человеку в Петербурге, в письме обращаясь с просьбой узнать, что с вашим прошением о возвращении и помочь вам. Благодарю вас. Но лучше бы, если ты поставил свою подпись под ним. Напиши свое имя иероглифами. Да. Такой кистью писать иероглиф удобнее. Да. Ну, когда положишь растение на картон, сверху нужно наложить листок бумаги и под пресс. И потом суши. Как долго надо сушить? Полмесяца. Да. Ну, уже хватит. Хватит. А у вас сколько детей? Мы обещали друг другу не говорить о семье. Какой жестокий вопрос я задала. Извините меня, пожалуйста. Некоторые народы, на которых воздействовала китайская культура, используют во время еды палочки. А? Вот на дукасака. Тут оно хасига мезрасида. Муж умер 2 года назад. Много выпил и замерз в метель. Ой. Ты мне очень помог. Мне тоже приятно работать. Уже надоело ждать в метели. Есть семья в Японии? Когда мне было 7 лет, отец умер, потом я стал матросом. А когда мне было 13, мать умерла от голода. Сын Ярова, гуке не мучу начимать. Агуде куки цкавали ты, ирукун диангаруши. Уягата датте, ракцман но ени ирипитача. Ваке не ваканне, ханажини мучу даши. Минна, куни каэру кимочи, васуречиматтан жа не дару на. Минна, каэре накунарейнде. Шо? Сейчас ни одна страна в мире не может существовать в полной изоляции других стран. Ну, например, для более полного освоения богатств Сибири или морских ресурсов Востока России необходимы торговые связи с Японией. Школа японского языка для этого? Конечно. Сейчас и Англия, Франция тоже направляет свой флот в Восточное море, чтобы открыть торговые связи с Японией. И Англия, и Франция. Кодайо. Сейчас мир полон событий, бурно развивается. Япония? Япония маленькая. Она может перестать существовать, если отстанет от мирового движения. Понимаешь? Лаксман говорил, что все это удивительно. Слышать, что я чувствую, как мое тело расширяется. Как бы ты ни мучился, ноги уже не будет.
Дедеги. Дедеги! Прости меня. Но пойми, надо жить. Надо жить так, как есть.連れてきた。正蔵、どうしてもお前に見せたくてな。心臓、もう切れねえか。磯口、下ろしてくれ。Что с тобой? Меня мельницу забирают. Забирают? В счет долга мужа. Я пыталась вернуть, а теперь все. Больше они ждать не хотят. Я с тобой. Буду работать. Вернем долг. Ты вернешься в Японию. Мы не сможем вернуться. Смочь.翔さん、総督府からみんなに呼び出しが来た。
Из столицы пришло уведомление, в котором говорится, что вы, Кадай, и 5 японцев должны отказаться от возвращения на родину. Почему? Почему так? Вы должны поступить на государственную службу как преподаватели японского языка. Мы хотим с вашей помощью снова открыть школу. Само собой, вам будут платить хорошее жалование, предоставят жилье. Нет. Верните нас в Японию. Ну, если вы отказываетесь от службы, мы вынуждены будем прекратить вам оказывать материальную помощь. Прошу, помогите нам вернуться. Тогда все. Больше мне с вами разговаривать не о чем. なんてこった。この国で死ぬなんてよ。やだ。 死ぬまでこの国で暮らすなんて真っ平だ。帰れるなんて思う方が間違ってんだよ。なんだと？一生国に帰れなくたっていいってのか。とっつぁん、心臓攻めたって始まんねえよ。 蹴りたいよ。蹴りたいよ。親方、こんな時になんだが、わしは。 この国で暮らす、ニーナと一緒になる。わしはニーナ好きになってからずっと考えてた。毎日、いつ帰れるか。 ただ待つだけの、そんな意味のねえ暮らしが、なんか、命無駄遣いしてるような気がして、たまらなくなっちまった。後悔するかもしれねえ。 心臓。風邪ひくな。 Что случилось?
Я получил уведомление от моего друга из столицы. Ваше прошение еще не было представлено Екатерине II. Кто-то просто положил под сукно. Петра! Петра! В России нет. Куда я? Да. Куда я? Ты не хотел бы поехать со мной в Петербург? Если прошение лежит под сукном, вам лучше обратиться к императрице лично. Сразу после Нового года я поеду в Петербург в Академию наук. Но встретиться с Екатериной Второй... Спасибо. Это то же самое, что в Японии встретиться с шогуном. Да, получить аудиенцию императрицы нелегко, но мы приложим все усилия. Мой родной поселок Братск. Это очень глухое место. Это не тот ты. У нас там.1791年1月15日、晴れ、イルクーツク出発。ペテルブルグまで6500ビオルスト、甚だ遠い。Вы не сопротивляетесь невидимой силе судьбы, а полагаясь на нее, стараетесь добиться своей цели. В этом наверняка мудрость японцев, да? Если невидимая сила судьбы свела меня с вами, то мой долг стараться помочь вернуться вам на родину. Я с удовольствием это сделаю. Подаю. Куда? Ойгата. Ваши кириштан になった. Хитонико футте намае мо моратта. Ниппон ни каэреба кириштан ва хиябури да. Му ниппон ни ва каэренэ. スパチバ、ポルシェ。
Ваше возвращение на родину необходимо. И всем вашим матросам, и Японии, и России. Тот, кто стоит во главе, всегда одинок. Но без таких людей нельзя достичь ни одной цели. Вы встречались с французским путешественником Лесепсом, а вы произвели на него огромное впечатление. Он посвятил вам 8 страниц в своих путевых заметках. Вот если бы императрица тоже прочла это и заинтересовалась вами. Этот дворец – резиденция Екатерины II. Его называют Зимним дворцом. Где находится комната императрицы? Куда ее? Там 500 комнат. 500! Граф Безбородко? Да, Безбородко. Он генерал-аншеф и занимает очень высокий пост. Он всегда выступает в роли советника императрицы. Это Кодайо, граф Безбородко. Меня зовут Тайкукия Кодайо. Я слышал о вас, но вопросом о потерпевших кораблекрушение японцах занимается граф Воронцов. Я расскажу о вас. Сейчас поедем к председателю Академии наук. Он может поговорить с графом Воронцовым о ваших делах. Да. О, что с вами? Что с вами? Голова закружилась. Сильно знобит, похоже. Простудился. Надо отдыхать. Феврица кута, лихорадка. Состояние больного вызывает большое опасение. Спасите его. Сделай все, что возможно. Кризис наступит сегодня или завтра. Если он все это выдержит, то, возможно, поправится. この人の命が助からなかったら、たとえ日本へ帰る望みが叶っても、何ほどのことがあるだろう。Да.
Разрешите? Вам письмо прислали. Спасибо. Сакудзицу мимей, Кюэмон, Нимакари Соуро. Куни ни те синиташи, татами но уэ ни те синиташи то, наки цуцу ики о хикиторимаште Соуро. Мунэнде наримасену. Васира мо онаши йони сину но де аримашоу ка. Коичи йори, оякато сама. Верны переговоры прерваны. Сейчас наступает решающий момент войны с Турцией. Ой, господа, только не сегодня. Нет, нет. Благодарю, с вами я прощаюсь. Я попросил графа Воронцова. Ответа пока нет, так что придется подождать. Аудиенция будет? Пока неизвестно. Может скоро начаться война с Турцией, поэтому мы очень заняты. Но, наверное, потом... Кадаю. Вы знаете, что это? Это карта. Да, это карта Турции. Вот этот знак означает замок. А это место расположения войск. Могли бы вы составить такую же карту Японии? Порты отметить непременно, замки. Нет, я вас не заставляю. Я просто подумал... чтобы, если бы вы составили такую карту Японии, у нас был бы повод представить вас Ее Величеству. Благодарю. Я вам очень признателен. Не стоит. Ох-ох-ох. Зачем ты нанес на эту карту замки и порт? Граф Безбаров только попросил. Он, наверное, сказал, что если ты составишь такую карту, то это поможет ему представить тебя императрице. Да-да. Типичная манера, которую любят все политики. Надо отказаться. Для того, чтобы встретиться с императрицей, все способы хороши. Thank you.
говорят, что Екатерина II в царском селе. Ах да, ведь уже май. А до августа весь двор живет в летнем дворце. Это даже хорошо. Поедем в царское село. Ничего, ничего. Не беспокойся. Хорошо. Там атмосфера более свободная, так что вам будет легче получить аудиенцию. Я попрошу своего друга Буша, он придворный садовник, причем его младшая сестра Фрейлина, Ее Величество. Поедем. Я поеду один. Один? Один. Царское село は都から6里、オロシアの西の果てだ。一人だ。初めての一人旅だ。Меня зовут Дайгогья Ходаю. Коли вы друг Кирилла, то и мой друг. Располагайтесь здесь, как дома. Спасибо большое. Моя сестра Софья служит у императрицы. Екатерина II немка? Да. Из Пруссии она приехала, чтобы выйти замуж за Петра III. Но Петр III не был способен управлять страной. Поэтому он был удален императрицей с престола. Ее величество стало править сама. Да. Императрица воевала на юге с Турцией, на западе с Польшей, на севере с Швецией. И нигде не знала поражения. Ее величеству значительно удалось расширить территорию России. Ее величество действительно очень занята, потому что любое решение, новые законы, политические мероприятия, внешнеполитические курсы и войны. Все это решает и рассматривает. Она одна. Софья. Да-да. Кирилл в своем письме упоминает какие-то путевые заметки Лисепса. Ты не знаешь, Ее Величество уже прочитал их? Коды! Это вы, этот японец, о котором там написано? А, я не знаю. Если Ее Величество прочтет его книгу, она может заинтересоваться Кодою. Да, я спрошу Ее Величество. Но прочитала она или нет, все равно в этом случае мне будет гораздо удобнее говорить о вас. Прошу вас, ради Бога. Я обещаю вам, мы сделаем все, что можем. Если она согласится, это решит все. Пошел! Наконец-то! Пошел! Кирилл Густавович! Ну что ты? Куда? Ну что ты? Что ты? Что ты? Ну-ну-ну. Интересно. Даже замки и порты обозначены. А сколько в Японии военных кораблей? Он сказал, что у них
Военно-морского флота? Нет. Какая мирная страна? Ну что ж, тем легче будет победить. Англия и Франция в какой мере заинтересованы Японией? Я не знаю, что вы думаете. Но не кажется ли вам, что нашей стране представляется прекрасная возможность открыть торговые отношения с Японией мирным путем? Мечта России со времен Петра. Nehmen Sie bitte Platz, mein Herz. Dankeschön. Я давно изучаю Японию. Это страна особой культуры. Страна, где такой талантливейший человек, как Кодайо, обыкновенный матрос. Это удивительная страна. Это сентиментальность ученого. Это не сентиментальность. Мы ведем войну с Турцией, но Япония не является нашим врагом. Если мы вернем японцев на родину, это будет прекрасным поводом открыть дружественные и торговые отношения с Японией. Однако отправка судна в Японию потребует очень больших расходов. Я уверен, что эти расходы оправдаются. В любом случае, окончательное решение о японцах примет Ее Величество. Послезавтра Ее Величество пожалует ко мне в театр. Хотелось бы не упустить этот случай. Которую сочинила придворная дама, приближенная Ее Величества Софья Ивановна Буш. Эта песня выражает тоску по родине господина Кодайо, который 8 лет назад, после кораблекрушения, попал в Россию. Императорского Величества, спешу сообщить вам радостную новость. В Бабадаке 7000 русских солдат под командованием генерала Кутузова разгромили 40-тысячное турецкое войско. Кодайо! Послезавтра! На послезавтра назначена аудиенция. Кодайо! На послезавтра.
Граф Воронцов, кодаю. Граф Безбородко. Я найду удобный момент и попрошу аудиенции. Вы стойте за мной и ждите. Будьте внимательны, не оплошайте. Прошу. Стойте здесь. Не беспокойтесь, аудиенция скоро начнется. Величество согласно принять вас. Пойдемте. Пойдемте. Пройдите вперед. Ваше Величество, вот этот человек. Подойдите поближе. Подойдите поближе. Здесь написано, что после того, как вы высадились на берег, многие из ваших людей умерли. Сколько ваших спутников погибло? Из 17 человек, 12. Ах, жалко. Вы хотите уехать на родину? Вам не нравится Россия? Нет. Россия спасла нам жизни. Я заново родился. Заново родился? Здесь я впервые осознал себя японцем. То есть до тех пор вы не осознавали? Я впервые увидел людей, у которых другой цвет, волос, и раз, и другой язык. Вот как. Ну и что дальше? Когда я узнал много нового, например, о мире, о политике и многое другое, я заново родился. Вы говорите почти то же самое, что и французский философ. Это японская книга? Здесь слова и песни кукольного театра. Кукольного театра. А вы можете что-нибудь исполнить сейчас?
Прямо сейчас? Это желание величества. Попробую. Наголи осия салавая ту, ю юри хукава намида ните. Фуне юри ва умони о аге, кума юри ва те о аге те, тагай ни мирай де. Мирай де то ёбавару кое мо иде фуне ни оите но казе но кокоро наку миокуру каге мо шима га куре миэцу какурецу шиогумори. Омои чит Тему помпусим, кишино такамини каке агари, цма датете учи манеки, хамано масагуни, фшимару оби. Когалетемо сакебедомо, аваретомоло хитототемо, накунева камоме амацкари сасоуа. Достаточно. Достаточно. Я хочу еще раз послушать, как вы рассказываете о Японии. プラシーマス、プラシーマス、国返してください。8年の間ただそれだけお願っておりました。ふるさとへ、ふるさとへ、プラシーマス。古代は、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 古代は
Тебе так хочется домой? Да. Да. Господи, честно. Вы можете вернуться в Японию. Я выполняю вашу просьбу. Исе, Сироко но Урава Уцукуси. Хорошо. Что с тобой? На свободу, не в чем. До свидания. Сайонара. 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 Сайонара.
方の黒が報われたわけだ。大勢の人に助けられて。暮らしは？生きてる限り年に銀300枚もらえるんで、親方なんか国帰っても3枚ももらえねえじゃねえか。正蔵、頼みます。正蔵のこと心配ない。旅の無事を祈ります。ありがとう。1792年9月13日白子の浦を出て9年9ヶ月オロシアの船で日本へ向かう万感胸に迫る Это за место? Эзо. Эзо. Поможи, Эзо. Приближается лодка. Убрать паруса на якорь, становиться! Убрать паруса на якорь, становиться! Взвод матросов на правый борт! Матросов на правый борт! Войдите. Вот он. Кодо, помогите ему в переводе. Хорошо. Исе но Дайкокуя Кодаю то мошимасу. Цуяку но тесудай о шимасу. Музуме а йоме ни итте маго ка дегитеру на китто. Демо 死んだ人たちの家族に会うの辛いな。Что с вами, Кодаю? Почему не переводите? Он сказал, что тот, кто вернулся из-за границы, будет казнен. Какая глупость. От имени Российской империи я приплыл сюда, чтобы вернуть трех японцев и передать государственное письмо. Если вы, княжество Мацумай, отказываетесь принимать нас,
Мы отправимся в это и прямо обратимся к вашему правительству. Ну, переведите. Караул! Смирно! Матьте ください!漂流から10年の間書き記した日記です。これをお読みくださればオロシア人やオロシア国が何を考えどのような国かお分かりいただけるかと思います。どうかお上にお取り次ぎください。 返還に来たと言われれば鎖国を理由に追い払うわけには参らぬでござろう。なれど江戸港へ参ろうとは不遜なる源氏。されど我らには戦うべき軍船も砲台もござらぬ。蝦夷地も同じく無防備なれど上陸もせずにいるわ。争いを避け交易の交渉のみを目的としているゆえでござろう。定信殿、 150年来の祖法を捨て国を開くべきだと。やがては必ずな。だが今は数年続いた大飢饉による百姓一揆はまあどうやら収まったものの、まだまだ問題は山積しておる。何よりも疲弊した農耕商の者たちの救済が先決。 国を開くわけには参りもさぬ。されど交易を拒絶するなら漂流民を引き渡さぬとおろしゃが申さば。いかがいたしましょうぞ。やむを得ぬ。おろしゃに戻ってもらおう。 Кодаю, нам сообщили, что японская сторона отказывается принимать вас, пока мы с ними не достигнем соглашения. Но мне довольны и того, что получено разрешение на вход в порт в Нагасаки. Так что я намерен возвращаться в Россию. Кайрерио! Котя! Кайрерина!明日だよ。帰るぞ。国？帰るぞ。
こいつは日本の土だぜ。死ななきゃ国に帰れねえのか。俺しや人になった方がよかったってのか。ひでえじゃねえか。わしら何にも悪いことなんかしてねえんだ。なのに、なのに、親方、ウビージェチイウズナチュジュユストラヌラズビエタビナストイットシトータウズナチカクチラベークスタノビッツァドルギンアカグラリュージミニアイツァミルミニアイツァブメスチスニーミカクバアメリケイバフランチダエータバタイバヤツァブラスチ。止まれ、わけのわからぬ言葉で喋るではない。でもわしらが持ち帰ったものがどんなに大事なものか分かってる人もいるさ。許さーい。親方、オロシアのことは夢だったのか。夢じゃないよな。名残オシアさらばやと言うより他は涙にて船よりは扇をあげ丘よりは手をあげて互いに未来で未来で。